Мы находимся над озером Киркини. Это озеро искусственное. Построили плотину на реке Стримонос. И вот образовалось это озеро в 1932 году. Но говорят, что с древности тут было маленькое, вроде как водохранилище, видимо, природное. Собиралась вода из реки. Красивое место. Тут буйволиная ферма. Наверное, и не одна. В меню здесь в отеле было буйволиное мясо в разных видах. Мы тоже попробовали судзукаки. Это вроде котлеток таких. Вкусно. Сыр из буйволиного молока. Сладости, мороженое нам обещали. Вот, посмотрим. Красиво. Горы довольно высокие. Горы Беллис называются. Здесь пресноводная рыба водится. Рядом в окрестностях есть природный парк, где много животных диких. Это отель называется Эродиос. Эродиос. Вот наверху видно. И при нем есть ресторан, в котором наши экскурсии здесь забронировали места. Посидят наши девушки и мальчики. Да, место шикарное, конечно.